Кстати, по-разному пахнет. Запаха я не помню какого-то конкретного запаха спальни. Ну, трава, скошенной травой пахнет, где скосили пшеницу. Когда поливалки, то пахнет мокрыми этими травами тоже. Когда поливают кукурузу там или еще что-то. А в городах там? Города всякие есть. Если маленький городок, то чисто, хорошо. Если большой, то задымленность есть. У нас там, например, большая разница. Ты из города выезжаешь в лес и просто совсем по-другому Да, дышится. Там тоже есть. После как крупных городов выходишь, когда на улицу, да, в лес идешь, уже все по-другому. Поэтому в города неприятно даже заходить бывает. Хочется мимо пройти. Машины. Но в центрах городов нет машин. Везде все центры крупных городов Испании, они отданы под пешеходную зону. Там машины, это только такси, там где-то проедет, какую-то вип-персону привезет в гостиницу и все. А так нет. И еще мусороуборщики проезжают. Все перекрыто и только пешеходы. Я не знаю, это норма. Красиво и цивилизованно, и чисто. И улицы моют шампунь. Но у них там все прям вымощено. Вымощено, такое. Все нет. У них даже если не вымощено, у них земля не черная, как у нас, а красная. И когда она высыхает, она становится серой. То есть я прихожу, у меня запыленные брюки, но они не грязные, они не черные, не серые. Они чуть-чуть бежевые такие. И стираешь, это песок. Песок быстро отходит, нету грязи. Они выращивать умудряются пшеницу вот на этой красной земле с камнями. Почему хорошо? Я не знаю, какие у них урожаи, наверное, раз они хлеб пекут, у них свой хлеб очень вкусный. И свое молоко у них тоже. Все молочные продукты натуральные, вкусные очень. Кофе с молоком. Вот то, что продавали по пути, все из... Все натуральное, да. Там... Вот эти законсервированные. Вода везде питьевая, то есть не нужно покупать эту воду, как мы вот покупаем. В любом кране воду пить можно. На улице стоит фонтан с водой, специально питьевой. На протяжении пути очень много таких источников. Набираешь просто в свою бутылку, дальше идешь. Не надо покупать воду. Кусак, наверное, сильно это утомляет нести? Или ты прям с ним уже срослась и как бы его... Я с рюкзаком договаривалась, то есть... Как же ты с ногами? Так же, как с ногами. Сначала он был потяжелее, потом я кое-что повыбрасывала. Все-таки было такое, что выбрасывала? Я перестала продукты набирать по много с собой. Вообще, последние недели две я шла без продуктов практически. Ну, так бывало, что-нибудь возьму из сладкого, останется, несу. А так нет, я в бар заходила и ела. Как все нормальные пилигримы едят в барах. Только очень нищие пилигримы пытаются экономить, но экономия очень маленькая получается, если в супермаркете купишь и ешь в дороге, это не стоит того. Нести, да? Да, здоровье дороже и удовольствие уже не то. Ты так попробовала. Да, то ли ты сел отдохнуть в тенечке, разулся там в баре, кофе пьешь горячий, там тебе тортилью разогрели или что-то. Или сидишь на скамейке где-то, или на улице там с каким-нибудь старым своим бутербродом холодным и с водой холодной запиваешь. Это разные вещи. Я поняла, что камин научил меня радоваться. То есть есть возможность получить что-то хорошее, бери. Есть возможность в баре поесть? Не ограничивай себя. Нет, не нужно. У меня все это есть, я имею право. У меня даже денег хватает. Почему я себя ограничиваю? Сначала такое нищенское какое-то мировоззрение мое, видимо, было, что вот надо тут сэкономить, да. Думаю, вот деньги домой привезу. А зачем они мне дома евро-то? Ничего с ними буду делать. Слушай, а вот эта парочка, которая бесплатно, они... Это у них эксперимент такой или у них вообще денег нет? У них проблема в том, что муж очень хотел, у него мечта была в течение 10 лет побывать на камине. А жена, вот Наташа, она сказала, сколько можно мечтать? Мы так никогда не накопим. Просто поехали и все. У них не было. Да, они женаты. И они, он ее послушался, и у них были деньги исключительно на перелет до Барселоны. Все, дальше они автостопом. Но они молодцы, конечно, они рискнули. И это... В итоге они довольны очень оказались.
У них были всякие проблемы, но они же их решали, они из них выходили. В итоге у них были такие подарки, сторис много в Инстаграм, но они все потеряны уже. Ну, не 24 часа действуют. То есть много очень я снимала, каждый день постоянно, но в сторис. Девушка яркая, эмоциональная, интересная. Ну и натренированная, мысливая, да? Но в Москве, я не знаю, как он называется, цирк, передвижной какой-то. Просто я видела ее последний сторис, как она домой вернулась и уже показывает свой цирк. Я вот на работу иду, потом себя в наряде уже там танцора цирка. В Сантьяго, там, значит, непонятная компания была в богатых костюмах. Да. Вот у меня версия была, я Ольге озвучил, может быть, это каминовцы, которые познакомились там, а на твоих глазах это уже была свадьба этих каминовцев. Нет, это на фоне. Нет, это была делегация какая-то очень-очень важных людей во фраках. У них, скорее всего, с разных стран был съезд чего-то, или принцев, или, не знаю, там каких-то королевских особ. Да, или дипломаты с женами были, что-то такое. Я еще хотела в новостях потом посмотреть, что за мероприятие у них проходило в Сантьяго в этот день. Но посмотрела, но не нашла. Любопытно было. Ни у кого. Вот мы просто с Димой вообще так, мы вообще давно уже увлеклись вот этими вот. Мы не смотрели ни телевизор, вот у нас свои сериалы были включили. Сначала Нагорного все посмотрели, потом вот эту нашли Светлану. Ну, тоже, но она, правда, до сих пор еще, получается, до Сантьяго не дошла. С 18-го года еще не дошла. Мы как бы вот думали о том, что мы, ну, нам бы поехать, но это как бы недосягаемо. Хотя бы кто-то знакомый поехал, чтобы потом поговорить. И вообще даже не представляли, поэтому... А почему недосягаемо? Разделите этот путь на три части, пройдите его по 300 километров. Вы не обязаны идти с Сантьяго, вы можете начать со Сторги. Вообще 100 километров нужно пройти. Но чем дольше вы идете, тем больше трансформация. Ну, ты говоришь, вообще из России мало людей встречалось. Те, которые, ну, это вообще не знают ни испанский, ни английский. Таких не было. Либо испанский, либо английский. Понимаешь, вот у нас столько много этих вот преград. А что, среди русских, кто не знает ни испанский, ни английский? Можно ли там пойти как-то, не зная совершенно языка? Вам нужно все равно или этот переводчик в интернете, чтобы был в телефоне всегда, то есть симку нужно приобрести. Ну и взять человека, который английский знает. Или выучить его. У нас сейчас открыт перед нами весь мир, и мы вправе делать, что хотим. Нас никто не осаждает, сиди дома. То есть можете выучить английский в меру своих способностей и сил по времени. И английский для путешественников не обязательно уметь грамотно писать, там, составлять документы. Вы просто хотя бы надписи в аэропорту прочитайте. Веревочку не надо есть. Покажи его немножко, можно его приподнять, чтобы меня прокинуть. Ага, сейчас я его. Вот такой вот. Торкнула, капитально торкнула. Наверное, перед крестом, вот этим Кристофером. Я считаю, что это кульминационный момент. Это было нечто. И это было перед самым крестом. Я зашла в циркушку, в небольшую, не Фонсебадоне, а, по-моему, перед Фонсебадоном, перед деревушкой. Она такая старая, маленькая была, замшелая вся. Там никого не было, не знаю, не особо она украшена. Она очень старая. Она старая, да, я не знаю, какого века. Там все старое, господи, все дома, все старое очень. И церковь эта старая. Не знаю, почему я зашла туда, там, по-моему, даже печати не было. И я просто села отдохнуть. А у меня иногда, думаю, ну вот в церковь зайду, подумаю, может быть, что-то придет в голову. Зачем я вообще сюда приперлась? Да, там бывают ответы какие-то. И меня вот вошла в такое состояние, ну, одиноко сидишь так, ни о чем особо не думаешь потом. Ну и что я тут делаю, что дальше? Такая задумалась. И начался как диалог такой внутренний.
вот сейчас будет крест, ты о нем помнишь, читала, ты к нему несешь камень, я такая вспомнила, ага, камень у меня там в рюкзаке, я его действительно же несу, и решила там свой камень с бабочкой не оставлять, он у меня слишком хорош для этого креста, и у меня был камень боли с Праги, где я там собрала его в парке, где мне... Рядом было место, где удаляли зуб, мне было очень больно. Я в этом месте прям ревела там в Праге. Это было видно. Что-то вообще. Поиздевался надо мной стоматолог. Слава богу, все обошлось. И вот этот камень я понесла. И там мне пришла мысль, я не знаю, как озарение какое-то, что я-то собиралась в Фонсебадоне остановиться, как все пилигримы, что я сейчас дойду до Фонсебадона, завтра пойду дальше через крест, как все там, как по программе. И мне такая идет, не надо останавливаться в Фонсебадоне, иди дальше, иди, не оборачиваясь до креста, там оставь свое прошлое там. Всю свою боль оставь вот у этого креста, и потом ты будешь свободна. Но при этом ты должна полностью очиститься и вспомнить все, что хочешь оставить. Все свои какие-то былые там забытые уже грешки, грехи какие-то. В общем, кого обидела, и даже не кого обидела, а... Знаете, такие в детстве мелочи бывают, когда где-то что-то стырил. Вот такое вот. Вот это все нужно вспомнить. Все-все. И не оборачиваясь дойти, я послушалась. Я прошла Фонсебадон, не оглядываясь назад. Я дошла до креста, даже не думая, где же я буду дальше ночевать. В горах, получается, я в самый верх поднялась. И оставила всю дорогу. Шла очень эмоционально так. Прожила каждое это абсолютно. И когда я дошла к кресту, у меня уже было такое успокоение. Уже как я уже поговорила обо всем с собой, все себе простила. И сказала себе, что все здорово. Да? На самом деле это все уже давно отработано и пережито. Сколько можно вспоминать. И оставила этот камень, бросила. И все дальше я полетела на крыльях. Там немножко с горы было уже легче лететь. Потому что на крест это все подъем у нее сильный. Но вообще слезы, они очень помогают освободиться. И то есть не сил прибавляется, а старый отпадает. То есть то, что тебя держало, и уже можешь мыслить совсем другими вещами. То есть тебе уже легко, ты уже готов принимать, там, вот, что тебе несложно. Да, есть проблемы там всякие, но как бы, может быть, и какой-то уровень гормонов поднимается, каких-то счастья, не знаю, что это происходит. И доверие, да, полное доверие. Здорово. Но это вот был самый сильный момент. А второй самый сильный момент, это был, когда я пришла к океану. Вот океан – это очень такое тоже место, когда ты ощущаешь все, ты дошел. Не Сантьяго, а именно океан. Не знаю, почему у меня в Сантьяго, когда я спокойно восприняла. Там было суетно. Возможно. И у меня не было компании, чтобы особо веселиться, пока я Олю встретила с этим, с другом, с Гьермо. Это уже вечер был. То есть пришла я одна. И мне не было весело. Мне было грустно, может быть, так вот, что, так, легкая грусть. И торжественно как-то, но не весело. А когда я пришла к океану, мне было такое состояние, что я сделала это, я дошла, я ощутила полноту своего пути. Это было здорово, это перерождение. То есть... Ну вот, новый уровень начался после океана. То есть к нему шла, очищалась, осознавала. А к океану я пришла уже с сознанием, что дальше, примерно, что дальше со мной будет. То есть это как бы запланированное будущее, что ли, прописанное будущее уже прописалось. И к океану уже было все супер. Я-то как бы тоже ищу вот такие места, где бы ты бы так расслабился, и чтобы ты мыслил, да, а тебе бы вдруг откуда-то приходили ответы. И я в церковь нашей там пыталась, но иногда, раньше, вот последние годы, не происходит этого. Вот раньше, я помню, вот иногда приходила между этими службами,
когда мало народу, и когда ты где-нибудь в уголочек сядешь на скамеечку и как-то так расслабишься, и вдруг прям как будто кто-то тебе что-то говорит. Сейчас этого не происходит, а вот на Аркаиме там просто, вот оно просто само неожиданно, в неожиданных местах хоп. И вот меня, например, там в первый же, когда я была первый раз, там меня потрясло. С Олей мы общались, фотографии высылали друг другу. С многими, с русскими, со всеми я общаюсь. Мы сохранили контакты. А вот, кстати, этот англичанин, он мне пишет, который писал письма, сейчас вроде перестанет заглядывать. Ты ему не отвечаешь? Не будем. Один раз я написала, что я в Сантьяго дошла. Не будешь с ним общение продолжать? Да я не вижу смысла. Зачем? Нет, я просто... Я не понимаю, что он хотел от меня, и зачем он ко мне привязался, или он ко всем так привязывается, кто к нему хорошо относится. Ну, или такой общительный, или просто ты ему понравилась, как девушка. Вполне возможно. Потому что там, как он там на дерево живописно позировал тебе, и думаю, ну, он просто... Может, форсил? Перед тобой просто... Ну, это бессмысленно, зачем? Нет, я не из-за этого ушла. Мне очень тяжело было от его общительности. Я не могла перевести, что он говорит, а ему очень хотелось общаться. И я напрягала мозг, и у меня в итоге до того уже напряжение было, что да, я просто взорвалась. Я могу терпеть какое-то время человека, не 4 дня подряд, когда мне комфортно. На 4-й день я попросила. Иди впереди, иди сзади, я говорю, с тобой не поговоришь. Да, я вернулась на родину и очень рада, что у нас в Кургане такие перемены происходят, прям разительные. Город вообще украшается, я просто счастлива. И сравнивая с Испанией, вообще ничуть не хуже. Прям такой дом-дом. В Испании все таки чужой язык, чужие традиции. Ну, ко всему человек привыкает. Благодарю вас, что смотрели, что подписывались, читали. Молодцы. Дима вообще молодец, такие ролики из файлов склеил. Это было профессионально и от души. Музыка мне очень нравилась, там такая наложена. У нас не такое общение было, файлы не передавались. Да, Оля очень чувственно читала мои заметки. Я даже не ожидала, что так можно это прочитать. Мой голос не доходит. Мы были воодушевлены. Во-первых, мы представляли, что такое Камина. Вот, и я просто знаю, как ты интересно пишешь. Вот, и я просто почувствовал, что будет кино отличное, лишь бы Света согласилась. И у нас так и получилось. То есть, я считаю, у нас уникальная фильма получилась. Обязательно посмотрите от начала до конца все наши серии. Да. Я думаю, у нас впереди еще тысячи и тысячи просмотров. Это только начало, это только фильм создан. Причем я признаю, что он там иногда в попыхах создавался, но в этом и фишка была, что мы буквально следом за тобой шли. Мне было иногда тяжело отправить файлы, я так переживала, что не могу в Wi-Fi найти. Столько денег было на симки потрачено. Так что давайте, смотрите, благодарите нас, как можете. 100 рублей – это тоже деньги. Вот именно, да. Ну да, Камино – это как поезд, в котором на разных станциях садятся и выходят люди, и вы можете прожить эту жизнь, общаясь с людьми, что-то получая от них, давая им какую-то информацию и обмениваясь с ними своим опытом. Так как Камино – это как поезд, это как такая жизнь в жизни. Пройдя вот весь Камино от начала до конца, у меня было ощущение, что я прожила жизнь в жизни. И вот это вот, когда увидела океан, этот финиш, у меня было полное ощущение полноты жизни, что я сделала какой-то, не знаю, максимум, на который должна была, на который вообще предназначена была. И сейчас у меня такое же состояние и вообще ощущение, что
все как надо шло, и все так ладно, и ноги у меня дошли, и не было проблем особых. И, в общем, я очень благодарна и камину, и поддержку друзей, и за все. Наша жизнь прекрасна, и город наш чудесный.